Всем привет! У нас сегодня будет в ролике умная бумага. Всем приятного просмотра! Всем привет! У нас сегодня умная бумага. Мы ее откроем сегодня, распечатаем, посмотрим, что там у нас. Вот у нас сегодня Николаевский вокзал, Сталинка и Хрущевка будет. У меня большой, огромный проект я собираюсь делать. Вот, все это будет в видео обязательно. Я кое-что надумал сделать с ними. Вот, как говорится, усовершенствовать. Ну, все это вы увидите в видео. Что, приступим? Ну, первый у нас Николаевский вокзал. Мы откроем его. Почему я с нее начинаю? Потому что он у нас все-таки первый построен был. До Сталинки и Хрущевки. Все, надеюсь, знают, что это за вокзал. Это в Санкт-Петербурге. Московский вокзал. Он у нас сейчас называется еще. Вот мы его сейчас откроем и посмотрим. Да, кстати, здесь очень интересно. На самом сайте только вот эта вот передняя вот обложка была. А оказывается, здесь еще дополнительно есть. Вот как все это вот выглядит. Прекрасно. Вот масштаб 1250, но мы посмотрим, как это все подойдет, не подойдет к нашему масштабу 187. Ну, мы откроем и рассмотрим все это дело. Вот, ну что, наверное, пора приступать. Ну вот я уже упаковку снял, открываем, смотрим. Вот так все это выглядит. Окна сделаны. Смотрите, дополнительно окна. Прям очень это все шикарно. Сама схема. С двух сторон, как все это собирается. Вот, я говорил в начале ролика, что это у меня будет большой проект. Ну вот, то, что тонкое все это вроде. Ну ладненько, все это мы посмотрим. Один лист. Вот здесь даже вытаскивается. А вот сам корпус-то помощнее. Крыша-то помягче сделана. Постараюсь все это... А, не скреплены все это вот листы специально. Так все это выглядит. Саму я сборку я не буду показывать. Ну что, приятно, классный конструктор, очень много. Самое главное, что даже здесь есть на чем все это собирается, подложка такая. Вот, естественно, мы начнем с вокзала. И даже, представляете, зубочистка вложена. Подошва такая вот мягкая. Прекрасно. Вот, неплохой комплект. Посмотрим, мы соберем. Посмотрим, как это все будет у нас выглядеть. Ну, крыша вот почему-то тонкая крыша. Не знаю почему. Ну, приятный набор. Извиняюсь, у меня тут небольшая наводочка пошла. Наводка. Вот. Вот у нас Николаевский вокзал, московский. Мы в первую очередь будем его собирать по возрасту. Ну, а сейчас рассмотрим Сталинку. Ну вот, я распечатал Сталинку. Вот так оно выглядит без обложки. На обложке отражение было. Давайте откроем, посмотрим, что тут у нас. Коробочка такая хорошая сделана. 1,87, 84 изделия здесь.
Ну, давайте рассмотрим, что здесь у нас. То же самое, присутствует схема полностью, как собирать. С одной стороны, с другой, снутри. Полностью окна сделаны. И само здание. Шикарно полностью. Нет, одинаково. Я думал, что будет тоже толщина потолще. Но почему-то как-то странно. А, здесь вот крыша тоже тонкая почему-то. Крыша. Так. Само здание у нас теперь. Отлично просто. Ну, шикарный набор. Все это собираться будет у нас великолепно. Дальше я не буду это все вытаскивать, потому что а так будет ролик очень длинный. Вот сталинка. Набор умная бумага. Вот так все это выглядит в коробке. Как говорится, праздничные дни будут у нас заняты новогодние. А сейчас мы откроем хрущевку. Ну вот у нас наконец-то хрущевка. Тоже 1,87. Изделие 68 штук деталек здесь. Давайте откроем, посмотрим, что здесь у нас. Ну, я надеюсь, то же самое, как в это сталинке. Даже руки, знаете, вот чешутся, хочется все это собрать. Но я не собираюсь собирать это у нас полностью. Да, что-то у нас не хочет хрущевка открываться. Подцепил я еле-еле. Плотная коробочка. Хрущевочка наша. Извиняюсь, задел камеру. Ну, то же самое. Как все это выглядит. Схема. Полностью для сборки дома. Окна, смотрите, с занавесками тут все сделано. Просто шикарно. И само изделие сборки. Дальше я не буду открывать это все, вытаскивать. Приятно делать подарок Новому году. Как я говорил, у меня будет большой проект. Полностью не только сборка, кое-что еще буду добавлять я обязательно. Ну, естественно, в первую очередь мы займемся с вокзала. Николаевский вокзал. В Санкт-Петербурге он стоит. В Москве тоже, но в Москве много чего перестроили. А в Питере более-менее он еще выглядит вот так. Ну, то, что я удивилась, я вот говорил, то, что на сайте только вот передняя часть фотографии. Нет вот этих вот дополнительных. Вот. Естественно, начну я с него сборку. И кое-что буду дополнять. Вот такой у нас сегодня ролик о просмотре этих умной бумаги. Что я могу сказать? Наверное, на этом все. Приступлю я к вокзалу собирать. Будет ролик обязательно отдельно. Всем спасибо за просмотр. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока.